Ayancının arabasına binemem. Mümkün değil. Oğlumun yanında otursam heyecan duyarım. Orhan'ı frenler miyim onu bilmiyorum. Yok ya. Hiç bilmedim. Hiç bindirmedi. Anne senin ne işin var burada? Bugünkü pilotum benim. Hayda. Merhaba abi. Anne madem geldin yarışıyoruz. Paskı ne yaptın anne? Ters taktın anne. Ederim anne sözü dinlediğin için. Yarışı bilemeyiz ama trafikte lütfen kopilotunuz annenizmiş gibi hep dikkatli sürün. Мы пригласили любителей погонять на делимобиле по городу на гоночный трек. Но во время второго круга мы немного изменили условия гонки. Мам? Мам, вот это как сюда попало? Так, ну вот скажи мне, зачем? Вот где ты катаешься. Ай, мама дорогая, ты не мешок картошки везешь, а мать твою! А как, нормально? Нет, это ненормально. Я только жить начала. Куда вы торопимся, сынок? Поехали потихоньку. Ну вот, смотри, в поворот вышел. Плавненько, аккуратненько. Вот хорошо как. Вот это скорость. Когда хочешь, всегда можешь. На первом круге без мам в машине произошло множество мелких столкновений и нарушений. С мамами ни одного. Делимобиль. Води, как будто мама рядом.